Более 1000 деревьев посадят сегодня в Казани в рамках проекта «Зеленый рекорд». Работы начали рано утром. Новая аллея появилась в поселке Дербышки. В течение дня здесь также посадят несколько саженцев ив и декоративного кустарника спиреи. Кроме них, столичные улицы сегодня озеленят елями, соснами, березами, кленами, тополями и рябинами. Принять участие в посадке могут все желающие. Инструменты и посадочный материал предоставят. По разным местам сажают сенокос, по разным, но объявляют, должны выйти, но нет, не активный народ. Иногда только во дворах, видимо, заставляют уже, вот говорят, только заставляют уже, вызывают, заставляют, только так выходит. А своей инициативы ничего нет.